Воскресенский декан. Спасибо большое, господин Воскресенский, за ваше выступление. Действительно, ваше выступление дает действительно образ молодой, открытой России. И то, что вы сказали, что... Я надеюсь, вы мне скажете свои контакты, телефоны или имейл. А теперь я передаю слово участнику с японской стороны, господину Исигуро, советнику Министерства экономики и торговли промышленности Японии. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня на этой встрече мы не предоставили возможность обменяться откровенными мнениями с представителями российского правительства в лице заместителя председателя правительства господина Трутнева и других лиц, руководителей японского и российского деловых кругов, привлечения инвестиций в восточном регионе России, а также со заместителем министра экономического развития России господином Воскресенским. И для меня это является большой честью. А в ходе японо-российского делового круглого стола, проведенного в рамках Санкт-Петербургской международной экономической форумы в июне этого года, прозвучали конкретные предложения, например, возведение визовых обязательств между Японией и Россией, а также активно обсуждались задачи в среднедолгосрочной перспективе, как что послужит прорывом для преодоления барьеров японской юстиции в Россию, и какие задачи нужно решить для развития нового направления бизнеса между Японией и Россией. И сегодня мы обсудим в соответствии с темой данного форума о возможностях японо-российского бизнеса на дальневосточном регионе России. Регион Дальнего Востока является для России воротом ВТР, для Японии и других азиатских стран, для восточных воротом евразийского континента, которые ведут на рынки Центральной Азии и Европы. Развитие дальневосточного региона с его богатым природным ресурсом, обширной территорией, богатой природой, дешевой энергией, качественными кадрами, высоким экономическим потенциалом имеет существенное значение и для Японии. И сейчас Капитан Рипик говорил о том, что на потенциале, а также о том, что для России сейчас очень важное значение имеет трансфер как раз технологий, и, конечно, это является для Японии объектом очень большого интереса. И как проводить конкретно инвестицию в Россию и, в частности, российский Дальний Восток, это обязательно будет большим плюсом для трансфера технологий в Россию, а также для того, чтобы российские очень хорошие и качественные кадры, о котором говорил господин Репик, получили еще больше знаний и технологий. Итак, что касается по поводу улучшения бизнес-климата, например, визовой режим, а также, например, смещение тех ситуаций, которые существуют в работе таможни, а также получение разрешения и так далее, я думаю, что существующая ситуация как раз является узким местом. Именно поэтому мало средних предприятий Японии еще недостаточно представлены в России. Но сейчас представитель российской страны, господин Воскресенский, говорил об омзмене. И мы считаем, что это будет очень большим плюсом для того, чтобы японские компании очень активно работали. Итак, что касается нашего Министерства экономики, торговли и промышленности нашей страны, то у нас имеется большой опыт и в стране, и за ее пределами по развитию промышленности, промышленной политики, в том числе по развитию региональных компаний, проведению политики поддержания малого и среднего бизнеса и, возможно, японо-российское сотрудничество в виде превращения этого опыта совместного состояния. Спасибо за внимание. Thank you.